По Zoom к нам подключается Никита Олейник, руководитель департамента цифровизации и сервиса горного курорта Шымбулак. Никита, здравствуйте. Расскажите о преимуществах такого сотрудничества, что дает нам такой альянс. Добрый день. В первую очередь, основные цели ваша коллега уже подчеркнула, обозначила, да, то есть это создание новых туристических маршрутов, обмен туристами, обмен опытом. И те преимущества, которые наши туристы смогут получать в рамках, точнее, те преимущества, которые могут быть предоставлены в рамках этого сотрудничества, это, опять же, оптимизированные маршруты, это какая-то повышенная лояльность и новые дестинации с соответствующей информационной поддержкой, в том числе для туристов, потому что на самом деле много тюркских стран на текущий момент, практически все тюркские страны на текущий момент имеют горнолыжные курорты, но о них мало кто знает. Выше мы говорили о том, что Алматы лидирует по числу туристов, уверена, в том числе и за счет тех, кто приезжает специально на Шымбулак. Какой спектр услуг для них предоставлен, какие планы по дальнейшему развитию? На текущий момент всем туристам доступны все услуги, которые предоставляются курортом. Это проживание, пункт питания, прокаты, горнолыжные школы, услуги гидов, проводников, катание на склонах и просто пешие прогулки. Угу. То есть весь спектр, который доступен для горожан в том числе. Такой, знаете, важный вопрос касается ценообразования. Насколько доступен горный курорт и есть ли какие-то специальные тарифы? На текущий момент, если сравнивать ценообразование курорта Шымбулак с ценообразованием наших партнеров из Европы, то мы являемся достаточно доступным курортом. Вот. В среднем разница в стоимости того же скипаса на целый день катания составляет практически в 2 раза. Вот. Соответственно, со своей стороны мы также предоставляем разные социальные пакеты, то есть в будние дни для пенсионеров и социально уязвимых слоев предоставляются бесплатные билеты для доступа на канатную дорогу, в зимний период предоставляются бесплатные скипасы. Вот. А студентам доступны тарифы со скидками. То есть есть специальные молодежные тарифы, по которым в будние дни студенты могут приезжать и посещать курорт, независимо от того, лето это или зима. А сколько стоит посещение? На текущий момент взрослый билет с доступом на все канатные дороги стоит 6500 тенге. Это взрослый билет. Детский билет стоит практически в 3 раза дешевле. В принципе, да, действительно, цены приемлемые. Спасибо большое, Никита Олейник, руководитель департамента цифровизации и сервиса горного курорта Шымбулак, был с нами на прямой связи по Zoom. Спасибо.